кучу бабла. Мы с ним в черном, как всегда. Закрутил два пятака. Друзья, если ваша тачка нуждается в техническом обслуживании, Куанышева 62, ремонт ходовой части, геометрия колес, ребята знают толк, демократичные цены, и вам будет скачуха, как нашим подписчикам. Промокод GoodCarKZ. Друзья, салам алейкум, сегодня у нас с вами BMW Club Кокшетау, и у нас спецобзор на вот такие заряженные бэхи. Это Е34 и Е39 кузов. Посмотрите на нее. Полностью эмо, вес у нее идет. Изначально тачка была в пустой комплектации. Но далее был приобретен распил из Японии. И сегодня вот она, черная молния. Донор ее 2002 года. Последняя версия именно в этом кузове. Что мы здесь видим, друзья? Вот эти фары, это рестайлинг фары. Обратите внимание, парктроники. Эмо, вес и вот эти сплитера, которые отдельно вкручиваются. Это все заводского исполнения, никакого колхоза. Сними этот шильдик. М5, он мне нравится. Особенно запах BMW. Его ни с чем не заменишь, не сравнишь. Пробег этой тачки 80 тысяч километров вместе с коробкой. Объем двигателя этой тачки 2,8. Пятиступенчатая коробка, автомат. Все на японском, так как донор был у нас японец. Чеки, ничего не горят здесь? Нет, подушка горит. Подушка горит. Ну, как всегда в бэхах, по-любому что-нибудь будет гореть. Горит у нас подушка в данном случае. Очень удобная тачка. Так и хочется на ней навалить. Выпулил на черной пантере. Такой уверенный качусь. Эта тачка предназначена, чтобы нормально навалить и оставить Camry 3.5 сзади. У нас здесь 2.8 на пятиступенчатой механике, друзья. Здесь можно почувствовать настоящий драйв, вот характер, харизму. За что любят BMW? За их харизму, которую они дарят водителю. За то непередаваемое чувство, когда ты давишь в тапок. Запулил кучу бабла в этот черный буллет. Мы с ним в черном, как всегда. Будто кто-то умер. Закрутил два пятака. Улетели бизнес думи. Дай мне бензи два ведра. Это черный буллет. Выпулил на черной пантере. Такой уверенный качусь. Какой-то мерин. Не вариант. Не сегодня, парень. Это точка вдалеке. Это бэха валит. На китайской резине. Я на коже Макс Гюнтер. Летаю как коршун. А лупкоин да от солушен. Летучий баварец. Прямиком из улиц. Собираем взгляды. На черной буле. Запулил кучу бабла в этот черный буллет. Мы с ним в черном, как всегда. Будто кто-то умер. Закрутил два пятака. Улетели бизнес думи. Дай мне бензи два ведра. Это черный буллет. Запулил кучу бабла в этот черный буллет.